чуваки, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, я, Олег Куфи, и мы продолжаем с вами проходить Marvel's Avengers. Это уже шестая часть нашего прохождения. Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что совсем скоро мы с вами дойдем до финала этой игры. Я думаю, еще 2-3 серии с таким темпом, с которым мы проходим эту игру, я думаю, что совсем скоро мы закончим и узнаем, чем же все кончится. Мне уже реально просто не терпится это узнать. И я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что продолжаете проходить до сих пор эту игру вместе со мной. Огромное вам спасибо, чуваки. Давайте вспомним, что у нас было в предыдущем видосе. Значит, мы с вами нашли базу сопротивления. Мы с вами боролись снова с роботами АИМ. Ну и, в принципе, все, да. Вот, давайте продолжим. Смотрите, в конце видоса мы с вами поговорили с парнем, у которого забрали маму и которого должны перевозить. Вот, и нам надо поговорить с Брюсом, и, как конечно, я понимаю, доктор, речь пойдет про хочу, это. Я хочу, чтобы ты отправил одно из запасных шасси на Химеру с припасами. И Рой, главное, незаметно. Я должен сказать, это гениально? Эй... Есть минута? Да, да. А что? А им перебрасывает нелюдей в другое место. Скоро. Так. Ты поговорила с Данте. Прости, а кто такой Данте? Один из выживших нелюдей. Мы смогли его вытащить, но его мать все еще там. После его побега им усилила охрану. Ясно. Мы должны помочь им. Это так себе идея. Что? Но там же нелюди. Я не понимаю. Мама, Данте, мы не можем сидеть сложа руки. Мы не будем сидеть сложа руки, ясно? Рой повез энергоядра, значит, Тони будет тут меньше, чем через день. Надо подождать. Я не понимаю. У нас же Халк. Камала, сопротивление пыталось проникнуть туда месяцами. Выбраться было проще, чем попасть внутрь, и нам помогали. Земли тюрьма почти неприступна. Вы видели, на что мы способны. Я помогу. Но это слишком опасно. Вам не понять. Вы не из нелюдей. Ты не готова. Прости, мы ждем. Блин, какой-то слишком странный разговор произошел сейчас. Как по мне, мисс Марвел такой же мститель. И, ну, и как и все остальные. Прости, я не могу просто... Не могу сидеть сложа руки. Это что, мы сейчас втихаря будем с вами сваливать отсюда? Вы чё? Не, ну, а как же Халк? Ты хочешь без Халка пойти? Ой, это большая ошибка, как по мне. Это большая-большая ошибка. Вот единственное, что я не понял, она сказала, что вы из нелюдей. Не, не из нелюдей. Меня спалили, типа, или? Верно. Я вижу. Я сообщу доктору Пиму. Не-не-не-не-не-не, мы не все, идем. Хорошо. Всего. Нормально договорились вообще. Нормально, вот так бы всегда вы все сделки проходили бы, да. Так, а мы пройдем мимо этого робота или нет? Не против пообщаться. Конечно. Давайте пообщаемся. Почему ты хранишь мой секрет? Вас защищает сам Джарвис. Это такая честь. О, серьезно? Очень повезло. Спасибо. Наверное. Так, ладушки, а ладушки, о, сундучок. Так вот, я единственного не понял, Камала сказала, что вы не из нелюдей, хотя, как по мне, мстители это такие же нелюди, как и все остальные. Это так, ну, такие же абсолютно люди, просто способностями, и все. Ну, я не вижу разницы между ними, у всех есть способности, и как бы все они практически одинаковы. Вот. Какая прекрасная ночь. Вообще, ночь я... хорошая, реально. Мне она тоже нравится. Правда, к сожалению... На дежурстве. Правда, к сожалению, спасибо. Придется сваливать отсюда, потому что мы не такие... Здорово. Привет, Камала. Не спится? Ну так, да. Да, я планировала что-нибудь соврать, но я возвращаюсь в ту тюрьму. Это из-за нас они перевели тех заключенных. Респект. Давай сюда. Серьезно? Вот прям так? Я чувствую, тебе можно доверять, но тебе понадобится вот это. Там снаружи небезопасно. Спасибо, Тео. Так, а что нам дали священный камень Норн? Это что такое? Так что подождите-ка. Нам дали какой-то артефакт. Что это такое? Увеличивает шанс критического попадания во время действия. Ладно, давайте возьмем его. Окей, я правда не знаю, что это такое, но надеюсь, что это нам поможет.
И мы реально пойдем в одиночку в эту тюрьму, про которую все так отзывались, что это супер охраняемое место, куда вообще никак невозможно проникнуть. Даже без Халка, вы что, реально что ли? Ох, ладно, понял, хорошо. Соло так соло. Если все получится, то злиться не будут. Блин, помочь это... Ой, не-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 не. Блин, ребят, реально огромное спасибо вам за то, что вы мне постоянно оставляете тайм-коды в комментариях, где я что-то пропускаю. Вот за это реально респект. Правда, я не могу потом вернуться назад и все это забрать, но все равно я просто столько всего замечаю, реально. И это просто ужас какой-то. Мне реально нужно быть более внимательным, но просто когда ты вот так вот играешь, это просто чисто физически невозможно. Так, а мне кажется, или это не просто так? Не, походу, просто так. Ладно, хорошо. Вообще, мне кажется, было бы неплохо, если бы у нас была хотя бы какая-то поддержка. Хоть какой-нибудь тиммейт бы пошел с нами. Но мне почему-то кажется, что когда мы подойдем к этой херне, какой-нибудь Халк 100% появится и будет рядом с нами. Я вот прям вот сердцем чую, что вот что-то такое-то будет. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Иначе мне придется отбиваться так быстро, что от кучи роботов просто в одиночку. А это, поверьте, ребята, это не самое приятное удовольствие, которое может быть в этой игре. И в этом я вас просто уверяю. Так, а какая тюрьма, кстати, я вот не понял. Это то место, это та самая база, в которой мы были в прошлый раз, которую мы просто не до конца, да, исследовали, или это совершенно другое место? Так, ничего не пропустил? Вроде ничего. Но это хорошо. Это самое главное. Так, а тут у нас что-то есть? Тут у нас... Ага, ага! А вот и тайничок, походу, да? Что здесь или случилось? Нет? Или там тайничок был? А я уже, походу, не вернусь, да? Блин, я не понимаю, где есть тайники, где нет. Тут слишком, на самом деле, очень часто бывают большие Опа! Сломаешь? Умничка! Молодец! А вот еще и один тайничок. Обожаю такие места, на самом деле. А что тут? Только один сундук, что ли, и все, реально? Я вот за этим возвращался, серьезно. Ладно, погнали дальше. Вот теперь можем идти вперед. Вот это совершенно другое дело. Чем больше я собираю лута, тем быстрее можно прокачивать своего персонажа, улучшать всякие детальки и так далее, а это нам супер необходимо. Потому что реально роботы, понимаете, они становятся все сильнее и сильнее, и нам реально с каждым моментом становится тяжелее их побеждать. Поэтому будет очень хорошо, если мы соберем как можно больше деталек, и после этого еще займемся улучшением наших способностей. Это будет прям супер здорово и классно. Просто реально, вот меня на самом деле бесит тот факт, что сколько бы я ни лутал, я все равно потом прихожу, и у меня ни на что не хватает вот вообще ресурсов. Вот ни на что просто. Я могу купить там максимум одну детальку, и все, это вот мой максимум. Ладно, тут не до шуток. Надо собраться. Эх, и как вы собираетесь? Как ты вообще представляешь себе это? Камала, скажи, пожалуйста, тут база огромная вообще, как? Ладно, хорошо, мы, допустим, как-нибудь проникнем. А потом так там, ну, мы не одни-то будем. Добраться до камер, освободить нелюдей. Без проблем. Ой. Вот тебе заняться нечем, конечно, а. Вот тебе делать совсем нечего. Так, о! Слушайте, ну у меня прям чуечка какая-то реально на эти тайнички, смотрите. Я только так их и нахожу. Походу, это первое задание, которое нам нужно будет пройти по стелсу. И я этому, если честно, очень сильно рад. Так, видите кого-нибудь? Я вроде никого не вижу. Ладно. А, ну нет, 100%. Смотрите, здесь стоит аптечка, значит, сейчас будет файт. Я вас в этом уверяю, чуваки. Я знаю уже просто абсолютно все, что связано с этой большая игрой. Большая желтая дверь. Угу. Похоже на вход. Да, только вот ее как-то открыть надо. Как ты собираешься ее открыть? Скажи, осталось, пожалуйста, дорогуша. И дело в шляпе. О, я забыл, прости, я забыл. Что я говорил? А? Что я говорил вам, ребят? Ну, конечно, да. Ой, еще вот эти, ненавижу вот этих красных роботов с лучами на самом деле. Так, ладно, парни, все, давайте на даму вот хотя бы ну, по одному нападайте, что все вместе-то? Я же девушка, ну хватит, ну. Так, ладно, сделаем вот так вот. По-моему, я достаточно метко сейчас прописал вот этот удар. Очень даже метко. Вот видите, насколько сильные эти роботы стали? Мне уже просто, мне нужно нанести кучу приемов, кучу ударов, просто чтобы сломать их. Заморозка, герой времени. Ты тихо, спокойно, падай и не взлетай больше. Вот, рукой,
извините, что-то там взорвалось, что-то бомбануло. Тихо. А что это за новое оружие у них такие, которые замораживают? Я такое впервые вижу. Мне это не нравится, если честно. Все? А что с камерой у нас? А, вот все нормально. Откуда их столько? Действительно, ты напал на самую охраняемую базу, действительно, откуда их столько? Вот это интересно. Нажмите 3, чтобы использовать эпический суперприем. А что это такое? А, я понял, ладно, хорошо. Ну мы, ладно, сейчас со всеми роботами давайте побыстренько разберемся. Реально постараемся поторопиться и ускориться максимально. Нет, перебор, парни. Парни, это реально перебор вообще. Чё? Найс. Всех развалили, да? Со всеми разобрались. А это что такое? Ну а ты что думала? И сейчас Халк смотреть приходит. Что? Не-н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 е! Ну и ёлки-палки, моталки-то, ну что-то фигня такая-то. На самый нужный момент для нас... Наши условия предельно просты. На нас лекарство, на вас контроль прессы. Мы свою часть выполнили. И где это ваше лекарство? Детей вырывают из рук матерей, люди пропадают. Даже у моих возможностей есть предел. Людям нужны ответы. Я дам вам кое-что получше. Запуск адаптоидов непременно всех отвлечет. А потом? Нет никаких доказательств, что ваше лекарство работает. Все чаще начинает звучать слово «террорист». Результат будет, сенатор. Я более чем полагаюсь на способности доктора Рапачини. Что из этого было ложью? Действие газа по-прежнему краткосрочно. И без моей формулы, дающей им жизнь, этот газ... Убивает, а не спасает. Благодаря газу у нас есть адаптоид. А формула спасла тебе жизнь. Понять бы процессы в организме нелюдей. Я могла бы обратить их вспять. Мы столько сможем достичь. У нас довольно сил, чтобы построить армию. Пора списать убытки. Довольно. Мне почему-то кажется, что вот эта докторша потом будет за нас. Вот не знаю почему, но мне так кажется. Эй, умник, девочку сходили, выдвигаемся. О, ну хоть Хэнк, ну хоть кто-то сообщил. Наташа, здравствуйте! Я же не люблю детей. О, кстати, вот это уже ее голос. Вот это уже ее озвучка. Находясь в воздухе, нажимайте воробьё, чтобы выстрелить захватом крюком в уступ или... А, хорошо, я понял. Наконец-то! Наконец-то! Ну все, за Натаху сейчас будем играть, это вообще имба, отвечаю. Блин, а я все ждал, когда же она появится, когда же мы за нее сыграем. Ну, наконец-то! Слушайте, мне очень нравится на самом деле это, потому что у нас наконец-таки новый Мститель в команде. И это меня радует. Это меня ой как радует. Так, я... Черт. Так куда ты... Так, управлению, конечно, нужно будет кое-какое-то время, чтобы привыкнуть, реально. А чё она не долетает? Блин, ну вот, на самом деле, за Мисс Марвел было куда приятнее играть. У неё руки просто дотягивались, реально, абсолютно до любого места. Так, хотя бы так. Хотя бы так мы прошли. Так, давайте немного... Перевозка заключенных началась. Так, давайте залезем тогда и откроем ворота, чтобы пройти дальше. Мне так и не поменяли админский код, который я установила в том году. Прости. Эй, лошара, реально. На некоторые объекты можно воздействовать только ударами ближнего боя, чтобы активировать объект. Ага, это я понимаю, спасибо. Так, а про какие? Это вот про вот это? Ну! Не туда ударил, да? Еще, хорошо! Фига у него боевка офигенная. Номер 2. Так, и что, и куда это мы прыгаем? Что это за робот такой?
Это типа поломка какая-то? Адаптоид. С дефектом или что? Впервые в жизни его вижу. А, понял. Адаптоиды это, понятно. Карлтон собирает здесь армию. Нифига себе тут у них... О-о-о-о! Нифига себе у них лаборатория здесь! Посмотрите, сколько роботов! Так, ладно. Долечу. Хотя бы так тоже сойдет нормально. Блин, мне на самом деле, я уже просто мне не терпится, на самом деле, посмотри, как она будет себя вести в бою. Мне кажется, это будет очень круто. Я помню, что мы в самом начале с ней играли, но это было так давно, что я уже, честно говоря, ну и не вспомню, насколько это было классно. Так, а что нам нужно сделать? Еще детальки. Хорошо. Детальки, это хорошо. Так, а что такое? Это комикс какой-то, да? Лабораторные моники, коллекционный предмет. Главная, я понял. Лаборатория. Ага. Твою мать. Немного... Чуть не спалились. Надеюсь, это не наша девочка, Моника. Надо попасть туда. Окей, только вопрос, как ты это будешь делать? Началась перевозка заключенных. Ёлки-палки, здесь вообще огромная база. Герой бросает маскирующую гранату, делающую находящихся рядом товарищей по команде невидимыми. В невидимых членов команды нельзя целиться, враги переключают внимание на других героев. Один, чтобы активировать завесу теней. Это что было такое? Тихо-т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 их
надо там стрелять собрался? Офигенно, мне она очень нравится, Натаха, это реально бомба. Кабинет Моники. Просто супер. Так, нам... Давайте посмотрим, откроем дверьку сейчас, да? Какая откроется, лево, справа? На некоторые объекты можно взаимодействовать только атаками дальнего боя. Чтобы активировать такой объект, удерживайте... Ну, я понял, это пистолеты наши, да? Похоже, они охраняют. Ой, кайф вообще! Еще и пистолеты у нас! Это имба, парни! Я вам отвечаю. Здесь мило. Теперь мы знаем, кто за всем стоит. Ну, естественно, конечно. Мы знали вообще-то про это с самого начала. Годы работы под прикрытием, а в командный центр АИМ меня приводит девочка из Джерси-Сити. Так, понять бы, про что она говорит вообще? Что такое? Так, вот еще какая-то карточка. Слушайте, мы с вами очень много подбираем каких-то коллекционных предметов. О, давайте активируем. А что у нас произойдет? Так. Ема! Типичная дверь лаборатории суперзлодея. Офигеть! Может, у меня такой же проход где-нибудь дома, пожалуйста? Надо узнать, где держат девочку. Так, а где держат... Ну, судя по тому, что здесь стоит аптечка, сейчас будет бойня. Давайте откроем, посмотрим, что внутри находится. Ты о чем вообще думала? Сидела бы тихо. В натуре я то же самое говорил, Натах, реально. Опа. Конечно. Ладно. И где ты? Темный Терриген. Твои лекарства не работают, Моника. Это мы или кто? Тебе нужна ее сила. Она чуть живая. Ты больше не ищешь лекарства. Формула поддерживает жизнь в нелюдях, пока ты копируешь их силы. Это предлог для продолжения экспериментов. Сбор суперсил для адаптоидов. Надо найти Камалу. 100%. Без нее мы никуда не пойдем. 100%. Не важно, сколько роботов нам придется переломать, но мы ее найдем. О, здравствуй, дядя. Привет, Ах. А это уже кто-то новенький у нас. Жало вдовы. Нажмите 2, чтобы выстрелить электрическими тротиками, наносящими тяжелый урон электричеством и обездвиживающие находящихся... Хорошо, я понял. Что-то... Окей, давай. Ой, хорошо. Вряд подходим и пьем. Давай. Ой, слушай, так мы уложили бы как ложка просто, реально. Так, ходи. Так, да, не стоит забывать, что у нас есть еще ствол. У нас есть волына, это самое главное, так? Мне хотелось начистить вам рыло. Чуваки. Это даже приятнее, чем... Вернулся, хорошо! Начинай. Так, отходим, отойдем. Так, аптечка! Ема ты, парень, полегче! Я понимаю, что ты как бы... Классный, крутой такой, да? Но давай все равно, мы только... Подожди. Я только привыкаю к атаке, так что не надо. Тихо. Ого!
Ты чё, Вася, а? Тихо. Да я же успел до аптечки дойти. Да что ж такое-то, а? Ну как так-то? Умничка, давай! Натаха, ты сможешь, Натаха, я верю в тебя, реально! Давай. Ой-ой-ой. По ногам! Тихо. Так, ладно, уходим. Да, это аптечки, да беги, давай! Это наш шанс! Давай, ну чуть-чуть осталось, ну! Давай! Но! У меня вот столько хп оставалось просто, это жесть! Про третьи блоки управления и рахсити! О-о-о! Здесь еще хранять, по-моему! И еще роботы, да? Зашибись! Ну, конечно, у меня было вот столько хп, как же я там должен был продержаться, скажите, пожалуйста, мне. Давай. Опа! Хорошо! И... Давай, просто в нокаут надо отправить его, в нокаут! Вот так вот за спину заходим, он блокирует, а мы снова за спину! Тихо! Он мало хп осталось у него. Все, давай, ну чуть-чуть еще! Тихо! Не бей девушку! Девушек бить нельзя, не надо! На! Ну получи, железяка дурацкая такая, наконец-то! Думаю, Камала в центральном. Это было очень тяжело. Это было супер тяжело. Активирован протокол кого там, пройдите в транспортный сектор вашего отдела. Надеюсь, я не опоздала. Так, куда идти нам? Подожди, туда что ли? Походу, мы опоздали. И снова, конечно же, роботы. Ну куда же без них, правильно, да? Все, остался только один. Все, давай вот так вот. Все, ну наконец-то. Все. Побег из тюрьмы. Надеюсь, это все были, потому что я реально устал уже сражаться с этими роботами, и не только. Это их войско реально меня достало, ни одной аптечки просто нету. Понял. Я надеюсь, мы не опоздали. Похоже, большинство уже перевезли. Хоть бы Камала была здесь. Офигеть, у них тюрьма здоровая. Опа. Давненько не виделись. Некоторые из бойцов и роботов им умеют прикрываться дополнительным внешним щитом из нанитов. Они увеличивают сопротивляемость врагам по урону. Чтобы победить таких врагов, разбейте их щиты, тогда вы вновь сможете наносить им урон. Понимаю! Мы все свалили. Тихо. Парни, куда собрать? Так, ну не, слабенькие. Вот, мы с ними вообще... А вот эти уже не слабенькие. А где находится у нас лифт? Ага, погнали. Я надеюсь, что Камалу не успели перевести, иначе нам ее, наверное, просто не отыскать. Кто? А, мы уже в лифте. Я думал, он только сейчас перед нами откроется. Ну, нормально. Да, я надеялась на это. Это что за монстр такой? Ты кто такой, Вася? Ему. А, не, он очень изящный. Тихо. Мы можем вообще на дистанции, на самом деле, работать просто и вообще скайпом. Нееет, были роботы и потяжелее на самом деле. А как же? Гораздо тяжелее были. Мы просто, смотрите, на дистанции с ним вообще на изи разбираемся. А это что такое? И это что такое? Он хиляется! Ты чё, прикалываешься? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Получай! Давай! Стой! Нет! Вот, давай, добивай его! Просто добивай его! Умничка! Не слабо. Так, что дальше? Кто еще? Кто следующий? Вы что, не понимаете, что у вас ничего не получится? Раз у вашего кореша ничего не получилось, а он у вас больше в размерах, то и у вас тоже ничего не получится. Вы же это создаете? Нет? Ну наконец-то! Все! Надеюсь, это был последний робот, иначе я не знаю, что буду дальше делать. Потому что меня это, честно говоря, уже достало. Столько роботов, это реально выбешивает. Взламывать замки было куда проще. Я даже не спорю с тобой. Даже и спорить не буду. Так, а что мы... А, все, идем дальше, понял. Так, давайте... Давайте сейчас соберем, аптечку тоже, наверное, возьмем с собой на всякий случай. Я думаю просто, что мы все равно не будем возвращаться сюда. Интересно, что будет дальше? Новая цель какая? Одна в поле воин. Пройдите в ангар. Какой ангар? Направо, налево? Налево никак не пройти, да? Ладно, окей, пошли сюда направо. О, паркурчик! Обожаю паркур. Так, давай, самое главное просто этот не падать. Этот ведет камера внизу. Отлично. Хорошо, долети. Найс.
О, сундучок! То, что нам нужно, а? Так, а чё, куда дальше? Тихо. Так, отлично. Ага. Так, я думаю, что нам надо... И вот куда идти, скажите, пожалуйста, нам... Туда или тут... Так, ладно, давайте на всякий случай заберем вот это. Опа! Вот это то, что нам нужно. Так, а это что такое? О, еще одна лабораторная карточка. И... А, не, мы даже нашли жилет какой-то. Прошу. Ну все, тогда давайте отправимся в ангар. Попалась. Не вижу ее, где она? Танцовщица. С амплуа черной вдовы пришлось расстаться. Долго же ты соображала. А это и есть она? Мозг этой операции. Верно. Приятно, танцовщица, когда тебя это ценят. Она? Серьезно? Только не новые роботы, пожалуйста! Хотя у лошара... Чего добиваешься? Так, давайте сделаем вот так вот. Поближе подходим и... Тогда рискну приплыть. Тихо, спокойно, успокойся. Так, предметики забираем и отходим, отходим. Выкачивайте их силы. А, я забыл, что он теряться умеет. Я совсем забыл про это. Тихо, спокойно! Ты меня не видишь! А я уже здесь! Ну чё, как тебе, здоровяк, нормально, да? Тебя сейчас девушка унизит, просто ты... Увернулся! И на добивание пошли! Найс! Сломали чисто эту... Ой... А ты кто такой? Я тебя тоже первый раз вижу. А вот тебя не первый раз вижу. Почему они друг другу урон не наносят? Если я отворачиваюсь, почему они не наносят урон друг другу? Это же должно же, ну, именно так и работать, почему нет? Тихо. Спокойно. Давай, мисс Промонов, вы сможете. Я вас полностью верю. Куда ты там уворачиваешься, Вася? Да что ты живучий такой? Не, ну то он слишком живучий какой-то был, реально. Нет. Окей, ладушки, шоколадушки, хорошо. Так, а чтобы это... О-ля-ля. Ну давай, пошли. Ой, можно спуститься, пожалуйста. Но! У меня сейчас суперприем закончится. Нет. Но! Вот это я понимаю. Так, хпшечка нужна. Это супер крутой постер. Не успел добежать до аптечки, понимаю. Сейчас с самого начала сражаться со всеми этими Робертами. Класс! Давай, ты справишься! Давай! Офигенный прием, вообще мне нравится он! Давай, все, одного добили, один есть! По ногам, да куда ты по мне стреляешь-то? Но! Все, это был последний, я надеюсь, или еще кто-то? Нервный паралитический газ. Быстрее, надо как-то его выключить. Да, сейчас все сделаем. Не переживай, сейчас выключим этот противный газ и ничего не будет вонять. Нормально. Все под контролем. Или же нет. А ты кто такой еще, а? Моника, отличный костюм. Я уже сыта тобой по горло. Я еще не закончила. Где девочка, Моника? Ой, все не так просто. Ой, у вас вот этих девушек постоянно все не так просто. Куда? Ладно, погнали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты чё? Так, давайте сразу суперприём! Хорошо! О-о-о-о! Тихо! Спокойно! Куда ты исчез? Да вы прикалываетесь! Тихо! Я тоже! Офигеть! Не-н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 е! Тихо! Спокойно! Мы нужны, раз ты держишь. Так, давайте на дистанции немного пора. Да откуда здесь вы взялись-то? Это кто такой вообще? Ой, я взорвусь сейчас. Ой, уходи! Что так жестко-то? Я не понимаю! Чего вас так много здесь? Спокойно. Нет. Но! Так, мне нужна аптечка. Да эти турели перезаряжаются.
Надо поближе подойти. Мы только половину хп сняли. Это вообще жесть какая-то. Битва нереально. О! Давай поменяемся, хорошо, давай! Не-не-не-не-не-не-нет! Нет, 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 нет. Ну ты куда бежишь? Куда? Куда? Тихо-тихо-тихо-тихо. О, у нас есть суперприем. Хорошо. Давай, давай. О! Не-не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо. Убираемся. Ой, что так жестко-то вообще? Все, осталось совсем чуть-чуть. Наконец-то я могу надрать тебе свой. Ой, посмотрим сейчас, кто кому назад-то надерет. Давай, 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 давай. Все, мы совсем, мы почти разобрались. Чуть-чуть без Романа осталось, чуть-чуть совсем. А? Ой, ну. Куда ты собралась? Давай, 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 немножко. До! Наконец-то! Моника, ты ответишь за это все. Куда ты могла увести нелюдей? Какая любопытная! Проклятье. Ты так просто не отделаешься. О, наши чуваки подъехали. У нас тут особые гости. Свяжите ее, она идет с нами. Кого подбросить? Наконец-то. Эй, девочку-подростка видел? Темные волосы, такого роста. Да, 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 там, в камере. Но с нами она не пошла. Ладно, беги. Камала! Черная вдова? Что? Что вы здесь? Идем. Надо уходить. Я вернусь домой. В Джерси. И что я себе напридумывала? Я не герой. Тут полный квинжет людей, которые скажут иначе. Я потеряла контроль. Я теряю сознание. Это провал. Слушай. Все делают ошибки. Если честно, в Джерси тоже был не мой звездный час. Танцовщица? Слушай, ты и так герой. Осталось убедить в этом саму себя. Ладно. Пора выбираться. Фу. Как ты? Простите. Я облажалась. Ничего. Может, ты пойдешь внутрь? Танцовщица? Рада тебя видеть, Брюс. Ну, как тебе это дерзкое спасение в последний момент? Соскучился по комплиментам, Тони? Встретимся на капитанском мостике. Мы застали Аим врасплох, и надо не упустить это преимущество. Ладно, ладно, любезности потом. Понял. Так, теперь на капитанский мостик. Блин, я вообще сейчас в шоке, пацаны, реально отвечаю. Я вообще столько, у меня сейчас аж мурашки по коже пошли, я не знаю. Я реально как будто смотрю просто фильм по Мстителям и все. Это так классно! Это что сейчас вообще было такое? Так, Тони, здорово, братишка, здорово, здорово. Что ж, Тони, наша задача показать миру истинное лицо Аим. И сейчас самый подходящий момент. Практика Аим на Манхэттене. Тарлтон представит новых адаптоидов. Там будет вся пресса.
Идеальное место для неожиданного появления десятка пропавших нелюдей. Придется быть осторожными. Они скорее убьют пленников, чем позволят себя разоблачить. Надо найти лабораторию и взять ее под контроль. Повезло, что правая рука Тарлтона у нас. Если кто ее и расколет, то только Брюс. Он уже вызвался. Неплохо, Тони. Иди в комнату для допросов. Я скажу, чтобы Брюс готовился. Мисс Романов, доктор Ким хочет поговорить с вами у штабного стола. Как можно скорее. Окей, так точно. Хорошо, 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 хорошо. Так, а доктор Ким, а вы где? Вы где? А где он? Как успехи с консолями? Так, опа! Сундучок! Фига себе, мы с вами, смотрите, где летим вообще! Вау! Так, это Брюс. Офигеть! Вот это класс! Вот это класс! Так, это не доктор Пим? А где доктор Пим? Ёлки-палки, так, где он? С чего его... Поговорите с Пимом? А его тут нету! А, он тут, что ли? Привет из муравейника. Наташа, спасибо за помощь в тюрьме Аим. И за всю твою работу в качестве танцовщицы. Я-то все гадал, что это за ангел-хранитель. Обращайтесь, Хэнк. Порой для важной работы нужны грязные руки. Это верно. И как вам удалось подключить Химеру и поднять ее в воздух без Терригена? У Химеры двигатели того же стандарта, что и у старых геликарьеров. Она, как бы сказать, гибрид. Но классный гибрид. Подозреваю, что вы нам позвонили не только, чтобы поблагодарить нас, доктор. Честно скажу, не только. Мы изучили данные, которые вы прислали мне из тюрьмы, а им смогло перевести большую часть нелюдей. Я отследил корабль. Кто-то должен его догнать. Мы сделаем все, что сможем. Спасибо. Я отправил детали задания на ваш штабной стол. Конец связи. Окей! Мисс Романов, добро пожаловать на Химеру. У меня есть информация о потенциальных перебежчиках АИМ, о которых вы сообщили мне еще будучи танцовщицей. На штабном столе я отметил области, которые могут быть вам интересны. Спасибо, Джарвис. Я рада, что ты снова помогаешь мне с данными по заданиям. Как в старые добрые времена. Доступен новый герой. В списке доступных героев добавлена черная вдова. Ну, наконец-то! Доступна экспедиция. Хорошо, спасибо. Так, где у нас Брюс? Надо подойти к нему. Он у нас был вот здесь. Вот, давайте сходим к нему и поговорим. Как тебе вид? Не так хорош, чтобы отвлечь меня от того, что ждет внизу. Ну, я готов. У меня нет выбора. Ладно, я подготовлю комнату допросов. Если захочешь поболтать, свяжись по рации. Что у него голова какая-то странная, мне кажется. Мне просто надо кое над чем подумать. Ладно, смотри, не слишком загоняйся. Так, допрос, пройдите. Раз Рой сумел достать все ядра питания для Химеры, я подумал, что ему лучше остаться и помочь вам с экипировкой. А на его место в муравейнике мы переназначим какого-нибудь робота АИМ. Над, я собираюсь поговорить с Моникой. Она искусный манипулятор, ты ведь понимаешь? Я хорошо знаю Монику. Нет, не знаешь. Существует тысяча Моник, и она меняет их как маски. Да. Слушай, я просто хочу сказать, если ты на что-то надеешься, она этим воспользуется. Приветствую тебя, отважный герой. Блин, смотрите сразу, как все ожило-то, а? Сколько людей теперь на Химере-то, офигенно! Так, нам, по-моему, сюда. Все выходы под охраной? Да, мисс Романов. Хорошо. Шлюзы открывать только для меня и доктора Беннера. Вам ясно? Да, мэм. Запускаю блокировку открытия шлюзов. Да, хорошо. Чё, куда нам? Ты работала с Моникой довольно долго. Она изменилась, да? Нет, знаешь, если честно... Я сомневаюсь, что она тебя любила. Но если вдруг, если она проявит чувства, используй их, это твой козырь. Всегда ценил твою жестокую честность, Над. Ты справишься, Брюс. Деваться просто некуда. Надо отыскать оставшихся нелюдей, прежде чем заявиться на практику АИМ. Так, смотри, сколько охраны просто вообще охраняет этот зазек, понимаю. Так, ну нам сюда. Она надежно заперта.
Это комната, чтобы удерживать Халка. Никуда она о, не денется. О, по-любому. Хорошо. И, кстати, не впускайте никого, кроме доктора Беннера. Принято. Так, а что, мы... А, вот сюда, да, нам... Нам сюда нет. Не ошиблись комнаты? Ну о. Что, мы готовы? Конечно. Конечно, я готов всегда к этому. Доступно высокоуровневое снаряжение. Да я понял, запасаюсь спасибо. Запасаюсь попкорном. Первая встреча самых слушаний. Думаешь, справится? Я надеюсь. Если сорвать Тарлтона вечеринку, он всех убьет. Практика им. Ну и название. Слушай, нужно найти лабораторию. Сотни нелюдей в опасности. Так танцовщица, да? Думаю, ты бы назвался Рокетмен. Нет, вообще мимо. Как там у Элтона Джона? Шоу начинается. Дай угадаю. Планируете выступить на презентации адаптоидов? Триумфальное возвращение Мстителей. Темницы и пытки. Так Аим строит дивный новый мир. Но хватит. Эбола и Оспа убили бы нас, если бы не подопытные крысы. Нелюди не больны, Моника. Ты просто собираешь их силы для своих роботов. Роботов со сложным ИИ, которые применяют силы нелюдей более эффективно. Человеческих жертв минимум. Ну а где лаборатория? Ты можешь воссоздать Терриген, да, но он всех погубит, ты это знаешь. Помнишь День Мстителей? Если это повторится, в опасности будут не только нелюди, в опасности будем все мы. День Мстителей – ваша вина. О, черт. Нужен стол покрепче. Кое-что не меняется. Для тебя все на свете эксперимент, да? Верно. Тарлтон, нелюди. Я. Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Адаптоидом быть, Брюс. Спасение мира требует жертв. Я захожу. Нам нужны сведения. Джарвис. Сенсоры засекли приближение войск Аим. Тарлтон пришел за подругой. Нат, Квинджет. Читаешь мысли? Ты со мной. Хорошо. Эй, ты... Береги себя. Да, и вы тоже. Камала, блин, если давай. Сейчас у нас будет война чисто а в воздухе, это будет вообще супер круто на самом деле. А чё Тони Старк так летит? Джарвис, следи за нашей гостьей. Это что такое? Ой, 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 ой! Я вообще-то за сундуком бежал, чуваки, вы это, не подумайте вообще. Так, следуйте за железным Джарвис, человеком. Джарвис, ты сможешь открыть? Следую. Простите, сэр, а я закрыл его слово. Походу, придется по старинке. Ну, давай! Ну! О-ля-ля! Ситуация обострилась.
Ситуация реально обострилась. Если выживешь, может быть, возьму тебя на работу. Спасибо. Спасибо, а я, в принципе-то, не против. Возьми на себя роботов. Я займусь этим летающим металлоломом. А, ну да, конечно. Взял на себя работу полегче, да, Троги? Красавчик. Офигеть. Офигеть просто. Что здесь происходит такое? Так, тихо. Самое главное, не падать духом. Хорошего полета, братанчик! Так, что ты там, Ната? Что ты там мне говоришь? Что ты там мне делаешь? Ну-ка, давай! На, давай! Блин, вот это круто, на самом деле. Хоть что-то новое. Хоть и те же самые роботы, но локация хотя бы уже не лаборатория. И это реально радует. Что это? Ну, Тони, нужна поддержка с воздуха. Давай сюда, живо! Уже лечу. Джарвис, готов к пушке. Таннелтон вот-вот двинется к тебе. Доберись до диспетчерской. Бей всех, кто попытается подобраться к энергоядрам. Так точно, капитан. Хорошо, пошли. О, как я сразу-то прочитал, что здесь прыгать-то надо будет. Ага. Мистан, они так, пробились аккуратно. В диспетчерскую. Хорошо, я сейчас. Иду. Пожалуйста, поторопитесь. Да. Держись. Не падай! Офигеть, у нас рука растянулась! Так, это, чуваки, вы не ошиблись случайно дверькой, не? Давай, ты сможешь. Не обращай внимания, что они страшные, что их много. Самое главное, что мы можем. О нет, они разбивают энергоядра! Тихо. Сейчас я им задам. Да сейчас мы все ему, да, конечно, сейчас. Ты что делаешь? Пытается взломать мою систему. Но! Халку передней турбины ломает робота Сталтона. Но нам скоро понадобится подкрепление. Уберите сколько дави, сможете. Дави, хорошо. Умничка. Да ты что делаешь, Сталась, а? И система нижнего сектора. Пожалуйста, мисс Хан, помоги. Да сейчас, я знаю, что помочь надо, но у меня тут проблемы реально большие. Вы что, не видите, что ли? Тут сколько роботов-то, а? Оставили одну бедненькую маленькую девочку на этих извергов, ёлки-палки. Давай, подошел сюда, давай, боец. Раз ты такой крутой, то давай, подходи. Ой, больно же было все-таки. Добивай. Давай. Все, найс! Ну и где вся тусовка? Ну, вообще у меня тут нормально часа. Так нехило. Даш, прикрой меня. Вот такое. Оставил девочку. Меня оставили здесь от того, помогите! Спасите кто-нибудь, пожалуйста! Ну почему так много мстителей, я здесь один? Ладно, пора! Ну! Проклятие, где Халк? Короче, пора. Пора! Я вместо Халка сегодня, я на смену его вышел. Хорошо. Сколько же вас тут-то, а? Я реально не понимаю. Меня оставили на самое важное дело просто, пока там... Чем там вообще остальные занимаются? Можно узнать? Прохлаждаются, наверное, как обычно, да? Ну все, давай. Хорошо. Туда его. Джарвис, ты еще... Ты? Прости, Джарвиса теперь не дома, Камала. Ребят, у меня тут проблема. Какие до этого проблемы когда были? Твои новые друзья узнают об этом. Будет слишком поздно. Да мы разберемся, не переживай, Камала. И не с таким сражались. Давай. Ну вообще, конечно, с таким реально не сражались. Чего? Соглашаться на мое предложение. И кончить, как остальные нелюди? Нет уж. Почему ты просто куда не собрал ты... Моньку? Зачем это все? Скоро узнаешь. Когда у меня суперспособности? Ой, чувак, хорошо. Не заворачивайся даже. Хоть что-то появилось. Ты такая наивная. Ты сам наивный. Слушай, реально, помолчи, пожалуйста, не отвлекай. У меня тут бой. Такие уж они. А я верю в Крюса. Ты в остальном. Тихо. Аптечка. Скоро весь мир вспомнит, что из себя представляют мстители. О чем ты говоришь? Надо добить! Но! А ты просто большой, а я маленькая, ты даленькая, поэтому ты проиграл! Все? Джарвис, ты в порядке?
Полагаю, да, мисс Хан. Спасибо. Пожалуйста. Но я боюсь, что доктор Рапачини сбежала. Беда, Камала! Ты нужна мне на мостике, живо! Сейчас буду! Она удрала. Да вы прикалываетесь, что ли? Это шутка такая, да, или что? Ну хотя бы так. Ведем репортаж с практики АИМ на Манхэттене и наблюдаем возвращение мстителей. Но они напали на город! Снимай! Снимай! Да ладно! Совпало с днем старта новой... Да ладно! ...адаптоидов АИМ! А чё? Офигеть! Офигеть! Спасибо. Да пожалуйста, в принципе. Тор! Самое время! Простите, я в очень дурном настроении. Ну! Офигеть! Тор? Ребят, за такую серию нужно просто поставить реально лайк. Сила Одина, Тор, это я понимаю. Это я понимаю. Давай, подходи. По одному. Сила Одина вернулся, давай. Я неимоверно рада тебя видеть. Офигенно как. Как же я об этом долго думал. Когда же он придет? Офигеть. Так, кто там нужен? Так, а как там это сделать? А тут я могу пойти? Тихо, тихо. Я могу летать, как железный человек? Вау. Тихо. Так, а как? Уничтожьте. А, я могу пробраться, отлично. Давай, давай, давай. Давай, давай, домой иди, уходи. Тихо. Так, у меня мало хп, кстати. Я так чисто к слову вам скажу об этом, да? Собственно, что и требовалось доказать. Ну, покинуло. Блин, я забыл, что он Тор, это, что он может молот Мёльнир просто кидать. Офигенно. На. А, только внутри, да, могу с ним сражаться. Тихо, тихо. Ты чего? Чё за фигня? На. Этому не бывать, пока... Так, мне аптечка нужна! О, у нас суперспособность готова! Давай! Ну! Вот это было круто! Это было очень как круто! Но! Все, мы сломали! А вот вижу! Но! Офигеть! Блин, пацаны, это вообще что такое происходит у нас? Это вообще что такое происходит? О, привет! О, привет! Как старый друг. Спокойно. Похоже, он тоже по мне скучал. Вижу корабли АИМ. Я их вижу. Так, а что, куда? Роботы на тебе. Камала, в порядке? Но! А, еще одного робота, сейчас надо буду погасить. Халк, справляешься? Да, сейчас. Блин, ребят, я не знаю, у меня просто мурашки по коже реально идут от этого. Я вам серьезно говорю, это настолько круто, это так классно. Я реально как будто сейчас смотрю просто Мстители, вот прям в кино, не знаю. Но так я участвую в этом процессе еще, это так классно. Все, осталось просто последнюю вот эту железяку сломать и все. Давайте, парни, настрой, он один. Он робот, а мы все, ну, нормальные чуваки. Понял? Мощно! Это было мощно! Как дела с роботами? Достойные враги! Или, может, всё? Ты просто потерял хватку? Тони, осади! Остался последний козырь, Мстители. Серьезно? Еще один робот! Да, вот этот робот уже реально побольше будет размерами. Тихо.
тебе знаком этот щит. Очень оригинально. А дальше что? Прическу мою скопируешь? А, да! Нажмите 3, чтобы перенестись в иной мир на космическом потоке энергии, а зачем вернуться оттуда, окруженным смертоносным потоком света. Активировав биврест, используйте WSD, чтобы выбрать место для возвращения, затем нажмите 2, чтобы... Ёлки-палки, как сложно! Так, окей. Так, окей. О, здорово. Все что ли? Мы его сломали? Камала, Тони, на перезапуск двигателей не хватает мощности. Тихо! Ты бог грома! Вот и давай! Встаньте за меня! Ну же, давай! Давай, держись! Давай! У нас получится! Получилось? Получилось! Офигеть! Нет, ребята, это что вообще происходит? Вы что, все в конец обезумели? О, блудный сын вернулся. Вы чуть было не уничтожили Манхэттен! О, какой праведник! Где ты был, когда на Земле начался ад? Смирялся со своими ошибками и не делал новых! Ладно, ладно, все. Давайте все успокоимся. Мы собирались сорвать практику АИМ и показать всему миру, что задумал Тарлтон. Его адаптоиды. Они пытают нелюдей и высасывают из них силы. Их облучают почти смертельной дозой темного Терригена. И это только начало. Джорджи готовится к войне. Это еще что? Камала нашла сведения о том, что на самом деле случилось со Стивом. Привет. Каждый герой должен с чего-то начать. Ох. Вы меня помните? Помню. Покажите мне запись. Джарвис? Ты закончил? Я взломал код. Здесь есть то, чего вы не видели. Джордж! Нам нужно отключить реактор. Нас тянет к тепловому сигналу. Я пытался, но кристалл никак не извлечь. Тогда уходи. И закрой дверь. Чего? Джордж, уходи! Нет. Этого не может быть. На капитанский мостик! Чего? На выход! Живо! Нет. Что ты делаешь? Нет. Что ты творишь? Все, хватит. Стой! Нет. Кэп разбил реактор. Должно быть, была причина. Какая? Сотни людей заражены, Над. Многие погибли. Эй, не кипятись. Тони, это вопрос ответственности. О да, Брюс как он есть. Бей своих, чтоб чужие боялись. Тони, сейчас не время... Да ладно тебе. Он с самой встречи в Золотых Акрах мечтал об этом. Скажешь нет? Это наша вина. Общая. Как ты не понимаешь? Я понимаю, что ты веришь в ту брехню, которую болтал на суде. Я считаю, что мы опасны. Ты думаешь, миру будет лучше без нас? Да. С меня хватит. А вы все такие же. Посмотрите. Ей нельзя помочь. Нельзя вылечить. Я провел эксперименты, я проверял ее ДНК снова и снова, раз за разом. Мы с вами создали идеальную болезнь. Минуточку. Это я у руля. Я принимаю решение. Нет. Я за людей, которые сделали меня тем, кто я есть. Прекрати. Не то. В чем дело, Брюс? Ты злишься? Вот в чем твоя проблема. Ты бежишь от себя самого. От своей сути. Может, поэтому Моника тебя превзошла. Я же с тобой соглашаюсь. Этот баннер просто... Эй, эй, не надо! Именно этого и хочет Дарлтон. Лучше не лезь, девочка. Черт! Нет, нет, нет!
стареешь, приятель! Или теряешь форму! Я ж не боксерская груша! Значит, все кончено? Я одна. Не совсем, мисс Хан. Джарвис, ты сможешь не дать этой штуке упасть? На какое-то время, да. Рада это слышать. Короче, я вообще сейчас просто реально в полнейшем шоке от того, что сейчас в принципе происходило. Я вообще не ожидал абсолютно ничего такого, я реально в шоке. И мне просто нужно время, чтобы все это переварить, вообще что произошло и так далее. И это было что-то с чем-то. Это была самая эпичная, наверное, серия за последнее время. Это произошло такое, что просто у меня все перевернулось сейчас в голове и... И просто я реально как будто пришел на финал Мстителей и просто посмотрел сейчас реально фильм какой-то прям целиком вот так вот. Это было очень круто. Короче, чуваки, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Вот мне кажется, это наш долг, реально влепите лайк. Просто они сделали настолько это все круто и классно, что у меня же реально в какой-то момент просто мурашки по коже пошли. Это было очень классно. Я надеюсь, вам понравился этот видос. Вы поставили лайк, подписались на канал. Если вы хотите увидеть продолжение, если хотите, чтобы оно вышло еще быстрее, чем предыдущий ролик, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а на этом я предлагаю сегодня закончить. Все блин ссылочки находятся в описании. Ждите следующей серии, я чувствую. Я думаю, что финал уже реально, ну, максимум серия или две серии 100%. Так что, пацаны, ждите. Все, на этом сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе. Всем до скорой встречи, друзья. И всем пока-пока.